В минувший четверг произошло долгожданное событие для выпускников Ленинского района. Традиционная торжественная часть выпускного бала состоялась на Советской площади в городе Видное. Вчерашние школьники вступили во взрослую жизнь и получили массу поздравлений и наставлений. Подробности в репортаже Юлии Погосьян. День все для них. Даже выглянуло солнце. Они вступают во взрослую жизнь. Красивые и нарядные. Их выпускной бал. Радость вообще неимоверная, что я со своим классом наконец-то на этой площади. Вот мечта сбылась. Они привыкли видеть друг друга в школьной форме, но в этот день все словно по взмаху волшебной палочки преобразились до неузнаваемости. Девочки за несколько месяцев до выпускного бала уже начали продумывать свой образ, а мальчики, как настоящие джентльмены, нарядились в костюмы. Девочки, как всегда, у нас красивые, не только сегодня, но и вообще они всегда у нас такие хорошенькие. Сегодня еще особо, вообще супер. В этом году Ленинский район выпускает 472 школьника, из них 36 медалистов. Одна из выпускниц, Светлана Грин, стала гордостью не только своей школы Видновской гимназии, а всего Подмосковья. Она набрала 100 баллов в экзамене по русскому языку. Вообще, надо сказать, что наши выпускники хорошо показали себя на сдаче единого государственного экзамена. Главное старание, желание учиться, и все не так страшно, как кажется. Учеба, она доступна всем. Не надо это представлять как-то что-то недостижимое. Я считаю, если стараться, то все можно добиться, и все в жизни будет хорошо. И для родителей медалистки Видновского художественно-технического лицея Алены учеба дочери прошла легко. Они даже не заметили, как пролетели все эти школьные годы. Мы еще недавно сами были выпускниками, теперь уже дети вступают во взрослую жизнь. И, конечно, да, мы гордимся своим ребенком, что так хорошо закончила. Теперь выпускников ждет череда вступительных экзаменов в вузы, и важно, чтобы ребята отнеслись к старту во взрослую жизнь со всей ответственностью. Мы ждем наших ребят после учебы на работу в наш город Видное, в наш Ленинский район. И, конечно, будем рады, если они выберут местом своего жительства, местом своей работы наш Видновский край. В этот день выпускники услышали много наставлений и поздравлений, а от своих учителей они получили очень трогательный подарок – песню в их исполнении. Эти люди на протяжении долгих лет были опорой и поддержкой для ребят. Части мероприятия Сергей Кошман направился в школу номер 2, чтобы вручить ее ученикам аттестаты о получении полного среднего образования, свидетельство, с которым выпускникам дальше продолжать свой жизненный путь. Для всех нас когда-то наступал или наступит момент прощания со школой. Перед вами открыты все дороги, осталось только воспользоваться этим шансом. Юлия Погосян и Адамия Анталия Буслаева, Видное ТВ.